Здравствуйте, друзья мои. Сегодня я решил поменять масло на двигателе Нива Тайга. Вот обычная Нива. Вот двигатель. Что я сделал? Ну, здесь уже пора было менять масло. Она черная была. Поэтому решил его поменять. Вот здесь фильтр я поменял. Новый фильтр поставил. И вот воронку поставил, оттуда залил масло. До этого у меня там было вот такое масло, я заливал, Лукойл, ну, Супер 10W40. От многих мастеров я слышал, что это масло не такое же важное, но не знаю. Она вся черная бывала, мотор, говорит, не очищает это масло. Мне порекомендовали залить вот такой Магнум. Магнум 10W40. Вот он говорит, полностью очищает двигатель, смазывает и очищает, а Лукойл говорит, он только смазывает, он не очищает двигатель. Поэтому по рекомендации специалистов я решил его залить. Ну, потом видно будет состояние мотора, почувствуем разницу. Вот поставил воронку, залил туда масло. Вот здесь 4 литра идет у нас. 4 литра я вот залил, где-то 3 литра залил, литр еще оставил, чтобы перебор не было. Я по чуть-чуть заливаю, чтобы он фильтр всасывался. Вот, по чуть-чуть буду заливать, чтобы лишнего не было. Вот сейчас щуп посмотрим. Вот здесь. Сейчас видно, между максимум и минимум стоит масло. Я пока доливать не буду, еще посмотрю, заведу его, потом оставлю, чтобы он остыл, на двигатель, чтобы остыл, после этого буду заливать еще туда масло. Ну, это все делаю для того, чтобы лишним маслом не заливать. Лишним маслом не заливать. Состояние масла вот такое было у нас. Страшно тяжелое состояние. Вот черная вся. Вот. Все. Дальше. Чтобы масло слить, я вот всю верхнюю крышку здесь открыл. Дальше на всякий случай шоп тоже вытащил оттуда, чтобы полностью все вылилось. Вот шоп вытащил и вниз спустился, там открутил. Сейчас покажу, что я там внизу открутил. Внизу вот у нас нижняя часть автомобиля. Здесь чуть-чуть мокрая она. Вот здесь эти, вот эту открутил, это двигатель идет. Кран. Вот открутил и слил все масло полностью. Когда слил, немножко туда свежее масло тоже долил, чтобы остатки здесь, которые были остатки, тоже слились, ушли. А потом закрыл герметично, закрутил полностью и по чуть-чуть заливаю масло.